Опыт у нас участия в выставках в России есть и довольно уже большой. Что касается про агросалон, до последнего момента мы всегда участвовали на общем стенде Германии. Нам выделялся клочок небольшой территории, 10-12 квадратных метров, где у нас стояли плакаты, больше информационного момента. В этом году приняли решение участвовать отдельно, потому что пытаемся развивать дилерскую сеть в России. Президент не здесь. Ну и для этого, чтобы наши дилеры могли поучаствовать также бесплатно, поработать на нашем стенде. Мы очень довольны участниками. Особенно вчера, второй день выставки, это было очень большое количество как и конечных потребителей, так и, конечно, тех организаций, которые хотели заключать с нами дилерские отношения. Я лично очень доволен этой выставкой. Ну, здесь, в общем-то, мы хотим убить сразу трех зайцев, да, и даже не двух. Это помимо имиджа, который нам, в самом деле, надо развивать, второе – это развитие дилерской сети, потому что у нас еще есть регионы неохваченные. Ну и третье, которое, конечно, очень важно, чтобы та техника, которая у нас есть и на стенде, и у нас на складах, это более двух десятков машин, все-таки в течение какого-то времени было реализовано. Ну а также поставить планы перед нашими дилерами на ближайший год. Мы участвуем на агритехнике. У нас на агритехнике, конечно, у нас большой стенд, там более 1000 квадратных метров. Мы также участвуем и на Евротир, поэтому мы наших участников, наших дилеров и также наших клиентов приглашаем также посетить. Это самая большая выставка животноводства. Но на вот таких больших выставках, конечно, в Европе мы участвуем, потому что наш бренд – это все-таки бренд, в первую очередь, европейский. Наши, в общем-то, рынки, где мы очень сильны, где продаем сотнями машин – это рынок Западной и Центральной Европы.